Ну вот, выбрался я в лес сегодня в очередной раз. Погода все еще позволяет. И вот первая находка у меня. Обломанный нож. Вот такая вот находка. Ну, что-то типа финки, наверное. Колечко такое, да, это. Ну, конфигурация-то финского ножа. Примерно. Жаль, не целый. Вот такая находочка. Что, идем дальше? Так, проверил ямку, а в ней вот и остатки ножа. Кто-то тут нож сломал и бросил. Но ножик красивый был, видимо. Ага. Форма-то. Ну, как финочка, ага. Вот, уже интересно начинается день. Снежок идет маленький такой. Находочка еще одна. Бесформенная железячка. Не знаю даже, как ее обозвать. Собственно, сойдет за метеорит. У меня уже метеоритов несколько в коллекции. Это пойдет туда же. Шучу, конечно. Но тем не менее, что есть, то есть. Так, ладно, идем дальше. У меня сейчас небольшая трагедия произошла. Находочка вот тут. И это вот такой малюсенький складной ножичек. И он был целый. И пластмасска эта, короче, я его засадил лопатой. Даже слышал, как он хрустнул у меня под лопатой. Советских времен ножичек. Он написано, цена 40 копеек. Вот такая оказия. Короче, день ножей. Сегодня что-то второй ножик. Как я так промазал, а? Прямо вообще обидно. Вот этот-то, блин, почистился бы, отмочился. Нормально было. Блин, хомуха. Трагедия, что скажешь? Ладно. Эх-эх-эх, пойдем дальше. Очередная находочка у меня. Вот такой здоровенный гвоздь кованый. Это от подковы. Отличная находка. В лесу сигналов мало, поэтому я все с подряд копаю, и черные, и цветные. Здесь где-то была дорожка когда-то, но я ее так и не могу найти. В прошлый раз я был в одном месте, нашел дорожку одну старую, но туда далеко ехать, мне сегодня до туда времени нету добираться. Тут вот еще одна должна быть поближе. Вот где-то она здесь. Вот. Панораму
Сейчас покажу. То есть никаких признаков ее нету. Ну ладно, пойдем дальше. Ну такие хорошие находки-то. Блин, жалко только ножик сломал. Да, ну ладно, чё. Медная трубочка. Такой сигнальчик был хороший. Я обрадовался. Ну, значит, где-то я примерно хожу в нужном месте. Сейчас надо по находкам просто направление задавать. И все. Ладно, ищем дальше. Очередная находочка. Кованый гвоздик маленький. Но это уже не подковный, так простой какой-то. Вот так вот. Шагаем дальше. Довольно странная находочка. Такая пряжечка. Там вот дырочки остались. Видно. Зелененько, не знаю, что это. Ну, медь не медь. Вот такая надпись тут с внутренней стороны. Чего она тут делает, зараза? От чего? Или от часов, может? От ремешка? Или от чего? Вот так вот. Чего за зараза такая? Париж, блин. Глубокенько лежало. Сантиметров 15, наверное, точно. Вот тут логотинка такая в одном месте. И вот здесь она по этой низине дорожкой шла. Сейчас я с горки по ней спущусь. Может, что и будет еще. Ну вот, первая монетка у меня. 2 копейки, 1940 года. Вот такие вот дела. Отлично, идем дальше. Вот еще одна монетка, 15 копеек, 1948 года. Дело пошло. Отлично. Идем дальше. Вот. Еще одна находочка. Половина подковки. Это мы тоже заберем. Все, идем дальше. Ну вот и пробочка. А то я уж думаю, что-то не хватает сегодня. Что-то не то. Вот.
Все отлично. Все артефакты присутствуют. Ладно. Идем дальше. Дело к вечеру потихоньку. У меня еще одна находка. Ну, так себе. Что-то я не знаю, что это такое. Просто железяк. Посмотрим. Может, еще что попадет. Сейчас уже минут 20. И все. И собираться домой. Вот. Уголок какой-то попал. С такими отверстиями прямоугольными. Не знаю, что это такое. Ну и все, наверное, это у меня завершение будет. Уже дело к вечеру, пора собираться. Ну вот, собственно, урожай сегодняшний. Еще 2 копейки. 15 копеек. Так, 2 копейки 40-го, 15 48-го. От ремешка пряжечка какая-то. Ну, небольшая, я думаю, от часов или еще от чего-нибудь. Ну, от чего в лесу, может быть, еще. Ну, гвоздики классные. Ножик, блин. Не стал я его даже вытаскивать, чтоб не расстраиваться. В общем, жалко ножек. Ну ладно, всем пока. Надеюсь, еще поищем в этом году.